Здравствуйте. Интернет-магазин ТКМ предлагает вашему вниманию сушилка для рыбы НПО «Кедр». Размер сушилки 1 м на 80 см, в комплектации 6 цепей. Сейчас мы посмотрим, как сушилка выглядит, как ее собирать и разбирать. Сушилка упакована в удобный чехол, куда помещается сушилка вместе с цепями. Это непосредственно цепи, на которые будет вешаться рыба наша. Крючков в комплектации нет, поэтому не забудьте позаботиться о том, чтобы взять их с собой заранее. Сборка сушилки происходит достаточно просто. Внутрь сушилки вставляем каркас. Через специальное отверстие продеваем веревки, которые закреплены на каркасе. В принципе, сушилка у нас собрана. Останется ее зафиксировать на дереве, но так как в комплекте идут короткие достаточно веревки, мы заранее подготовили веревочки подлиннее, которые и нарастим. Две веревочки мы нарастили, ну и теперь подходим, фиксируем на выбранную бутылку наш. Сушилка для рыбы НПО «Кедр». Размеры 1 м на 80 на 75 см. Внутри у нас 6 цепей. Выглядеть, чем сейчас. Внутри мы как мы видим, у нас находится 6 цепей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, на которые можно вешать крючки с рыбой. Вот. С такой конструкцией вам не страшны никакие мухи. Интернет-магазин ТКМ рекомендует. С вами был Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Всего наилучшего.